Я благодарен, Максим Сергеевич, лично вам и всему коллективу Почты России за ту большую работу, которую вы проводите. Для Камчатского края почта имеет абсолютно особое значение, поскольку для многих населенных пунктов это единственное средство связи с внешним миром. Почта – это способ доставки корреспонденции, но одновременно это и доставка товаров, потому что благодаря услугам Почты России человек в самой глубинке может выбрать из всего ассортимента товаров, которые доступны на современных площадках, так называемых маркетплейсах. И, конечно, та работа, которую мы совместно проводим по повышению качества доставки, качества обслуживания, ее ценят наши жители и уверен, что в ближайшее время здесь будет быстрый прогресс. Очень важно, что почта часто является, не побоюсь этого слова, символом государства, символом присутствия федеральной сети и задает тон оказания услуг на основе клиентоцентричности, сервисного подхода и заботы о жителях.